Я участвовал в заседании ассамблеи в качестве наблюдателя со стороны парламента Россия-Беларусь и парламентского собрания Россия-Беларусь. И, конечно, было крайне неприятно, где-то даже противно наблюдать за поведением украинской делегации. С самого начала делегация начала себя вести вызывающе. Они вывесили флаг, расписанный какими-то там словами, вели себя крайне некрасиво, постоянно перебивали выступающих, в том числе ведущего председательствующего со стороны Сербии в нашей ассамблее. И постоянно выкрикивали какие-то оскорбительные слова в адрес нашей страны, даже перемещались по залу. Даже мы предложили, чтобы была какая-то система security, охраны. Чтобы... В общем-то, вели они себя, как и всегда, как вот в формате Майданов вечных. И, собственно, что вызывало не только у нашей делегации, но и у многих стран просто отвращение к их поведению. А интеллигентные сербы, которые, опять же, как я уже сказал, председательствуют сегодня в ассамблее, и их усмирить, но не увенчалось успехом это. Вот, мы с коллегами белорусами за всем этим понаблюдали, когда поставили вопрос о том, чтобы голосовать исключительно не за там не общим списком за новых членов ассамблеи, а по персонам, мы сразу заявили о том, что считаем это неправильным, и предупредили дважды наш председатель делегации Тимофеева Викторовна, что в случае, если хотя бы один член делегации, которого направила Россия, приняв соответствующее решение и ответственность, то мы не собираемся участвовать в этом всем. Да, Тимофеева, исполняющая обязанности руководителя делегации, заявила о том, что мы приостанавливаем уплату взносов, которые достаточно существенны в бюджет ассамблеи, пока не будет решен вопрос с нашим членством. Мы далее общались с коллегами, которые председательствуют сербами. Нас проинформировали тоже о том, что создана рабочая группа, и будут эти вопросы дальше рассматриваться. Ну, ждать развития событий.